thank you everyone for your patience, and we'll start taking some questions now. Thank you very much for attending, and we apologize if you were unable to get your question in. Очень много ожиданий от этого матча было до его начала, и скоро мы узнаем, оправдаются ли они. Мы ведем прямой репортаж с Олимпийского стадиона в Лондоне. Не переключайтесь. На Лондон Стадиум отличные условия для того, чтобы команды показали футбол высочайшего качества, и даже погода не стала вмешиваться. На комментаторской позиции сегодня привычный вам дуэт Георгий Черданцев и Константин Генич. В прямой трансляции мы смотрим четвертьфинал Кубка Англии сегодня. Сегодня Вест Хэм сыграет против Челси. Спасибо, Георгий. Всего 8 команд осталось в турнирной сетке, и только один матч будет на стадии четвертьфинала. Значит, у нас впереди очень захватывающие 90 минут. Это как минимум. Что можем сказать о нем перед матчем? Готов, будет играть, будет забивать. Да, в прошлой игре на его счету хет-трик. Он в великолепной форме и психологической, и физической. И он, конечно, может сделать сегодняшнюю игру. Добро пожаловать на юго-запад Лондона, на новый Олимпийский стадион, где теперь играет Вест Хэм. Да, в 2013 году молотобойцы получили право играть на этом стадионе в течение следующих 99 лет, после того, как переехали сюда с Боллинг Граунд, где, кстати, теперь будет жилой комплекс. Стартовый состав Вест Хэма вашему вниманию. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. Челси с мячом. Первый тайм начался. Перехвачен этот пас. Здорово он с мячом идет. Майкл Антонио. Важно подавать тут. И возвращает он мяч. Из-за боковой мяч будут вводить в игру. Эрлинг Холланд. Пулишич. Смотрим начало этой атаки. Лукаку. Есть гол! Челси забивает! Повтор забитого мяча, и на нем еще раз отлично видно, что у вратаря не было ни единого шанса в этом эпизоде. С очень близкого расстояния бил игрок и сделал это без промаха.
После этого гола Челси впереди, и команды начали с центра поля. Здорово Лукаку мяч отнимает. Ромелу Лукаку. Как здорово он игру читает. Мичел Антонио. Отличная возможность забить. Какое спасение, а? Очень здорово играет голкипер. Просто невероятная реакция. Пошла подача. И ничего опасного здесь. Мяч уходит от его головы в вал. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Нголо Канте. Лукаку. Спокойно разыгрывают мяч, ждут, когда соперник ошибется. Эрлинг Холланд. Пулишич. И удар! Эх, вот к этой силе точность бы еще. Тогда было бы очень опасно. А сейчас мяч просто полетел на трибуну. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Папа. Никола Влашич. Так, только не останавливай. Потащил один удар, но может быть и второй. Хаким Зиеш. Эрлинг Холланд получает мяч. Пулишич. Челси начинает опасную атаку. Маркос Алонсо. Холланд! Мяч в воротах! И теперь сопернику придется еще сложнее. Разница в счете стала больше. Обидно должно быть голкиперу. Достал он этот мяч, но спасти свои ворота не сумел. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Нарушение со стороны Челси. Лукаку. Отличный перехват, очень вовремя. Непростая траектория. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Теряет Челси мяч. Пабло Форнальдс. Бей! Отыгрываться нужно. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Защитник блокирует этот момент. Рикошетом от головы мяч отправляется за боковую. Вратарь в последнем моменте сыграл выше всяких похвал. Очень хороший мяч потащил. Майкл Антони. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Канте очень надежно играет сейчас. Майкл Антони. Катают они мяч. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Есть шанс развернуть контратаку. Потерян мяч и захлебнулась на этом контратака. И пас перехвачен.
Челси не торопится отобрать мяч у соперника. И так происходит уже последние 15 минут. Они отдали мяч соперника полностью. Тот сейчас старается диктовать игру. Но я бы не сказал, что это прям-таки так просто. Все-таки постоянное движение на поле должно быть. И цена ошибки в каждой передаче может быть очень велика. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. Лукаку мяч теряет. Вперед идет атака. Интересно может быть. Опасный момент. Это офсайд. Атака закончена. Пулишич. Ковачич. Эрлинг Холланд. Ромелу Лукаку. Не торопится входить в штрафную. Хотят все идеально разыграть. Лукаку. Какая реакция, какой прыжок, класс! Пошла подача. Легко забрал этот мяч голкипер. Было бы странно, если бы он после этого удара пропустил. Получится у них контратака здесь. Нет, не дошел этот пас до адреса. 2 минуты добавлено к основному времени тайм. Челси с мячом на фланге. Там есть свободная зона. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Отбор мяча на чужой половине. Реализуют ли они этот момент? Любимый счет Бориса Александровича Майорова. 2-0. Вторая половина четвертьфинала Кубка Англии вот-вот начнется. В первом тайме мы наблюдали захватывающий футбол. И во втором тайме надеемся на больше. Болельщики явно получили удовольствие от первого тайма. Но, думаю, игроки все-таки еще не весь свой потенциал продемонстрировали. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. И снова он заблокировал удар. Невероятная игра. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. И что дальше тут будет? Мануэль Лансини. Хорошее движение с мячом. Можно попробовать подать сейчас. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Отлично защитник играет. Ромелу Лукаку. Пулишич. Эрлинг Холланд получает мяч. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Нужно им вернуться побыстрее назад. Контратака заканчивается ничем. Потеряли они мяч. Пулишич. Челси начинает атаку. Оборона в таком, я бы сказал, пассивном режиме. Удар в перекладину. И мяч выбит из штрафной. Все-таки штрафной. Дал арбитр возможность доиграть эпизод, но поскольку ничего из этого не вышло, штрафной. Ну что, возможно, получится отыграться с помощью того, у кого сил полно. Замена у нас. Судья в этот раз проявила милосердие и обходится устным предупреждением. Однако можно не сомневаться, что любое последующее проявление грубости будет наказано карточкой. Для хозяев сегодня непростой матч складывается. Легко поймал этот мяч голкипер. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры сыграно. Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, чем-то неожиданным не стало для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. Вратарь забирает этот мяч без особого труда. Да, там ничего сложного не было. Мяч от головы прилетел прямо в руки вратарю.
Пулишич. Эрлинг Холланд. Без мяча Челси остается. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. И навес чуть назад. И это пенальти. Указывает арбитр на точку. И сейчас верная возможность будет отыграть один мяч. Это, безусловно, пенальти. Но карточку судья почему-то не показывает. Да, странное дело. Забыл ее, что ли, где-то? Хороший момент для возвращения в игру. Времени достаточно. И берет вратарь этот пенальти. Этой команде сейчас очень нужен гол. И болельщики здорово поддерживают свою команду. Не знаю, зачем нам смотреть еще один повтор, все и так очевидно. Да, там и близко гола не было, но на всякий случай нам это наглядно продемонстрировали. В центр штрафной мяч с углового летит. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Можно провести контратаку. Пулишич. Эрлинг Холланд. Отличное оборонительное действие. Нет, не дошел этот пас до адреса. Пулишич. Не дает мячу пройти дальше. Здорово сыграно. Отличный отбор. Соперник без мяча. Теряет Челси мяч. И пас прямо сопернику. Конечно же, он перехвачен. Теряют они мяч. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Будет штрафную подавать. Очень опасно могло быть. Н'Голо Канте. На Пулишича пас. Ты видел это? Вот это да! Какой удар сейчас вратарь потащил. Чудо просто! Команда проигрывает. Тренер то ли кем-то недоволен, то ли хочет добавить перца в игру. Сразу двух игроков с поля убирает тренер Челси. В центр штрафной пошел мяч. Не получилось вынести мяч. По-прежнему опасно может быть. Росс Баркли. Через Вернера пошла игра. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Много еще играть. 10 минут. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. И перехвачен этот пас. И навесить тут нужно. Защитник прерывает эту верховую передачу. Эрлинг Холланд. Челси идет вперед по флангу. Не встречает их там никто. Сейф, но атака продолжается. Ну, на этот раз полегче. Да, тот сейф был просто потрясающим. Ну, а теперь можно просто отдышаться. Неплохой пас получается. Рохер Марти. Навес напрашивается. Какой момент мог получиться? Позиция-то отличная была, но мяч от ворот будет вводить голкипер теперь.
Табличка в руках, четверка. У судьи 3 минуты дома. Из-за боковой мяч будут вводить в игру. Тимо Вернер. Перехват, они снова с мячом. Здорово держит мяч и продвигается вперед. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Дает арбитр финальный свисток, Челси идет дальше. Хороший матч они провели. Здорово сегодня смотрелись на протяжении всей игры и в атаке, и у своих ворот. Справедливо они проходят дальше. Молодцы. Он сегодня провел выдающийся. Он в прекрасной форме и продолжает это доказывать. Сегодня 2 его гола помогли команде одержать важную победу. Got time for a couple of questions. That's all the questions we have for you.